самым мы избавились от проблемы ухода за ней. Со временем она покрывается патиной, и это, на наш взгляд, хорошо сочетается с таким открытым ландшафтом. В общем, ты придумал ржавый ящик. Да. Пока шло строительство этого ржавого ящика, Сэнди нужно было где-то жить. Во время строительства дома я хотела жить рядом. Поэтому мы поставили здесь дом-палатку в африканском стиле. Я приезжала сюда в 10 часов вечера, обходила стройку, а потом шла спать в палатку. Именно тогда я начала понимать, как будет важна взаимосвязь этого дома с природой. Вокруг нашей палатки ходили кенгуру. Мы сидели здесь и смотрели на штормы, на туман, который стелился над лесом. Тогда мы поняли, как важно, чтобы дом составлял единое целое с окружающей природой. Это главное жилое помещение. Оно закругляется с северной стороны. В задней части находится защитная стена с камином, а дальше кухня.